Вы слышали новости? Говорят, Пушкин, ну, который Александр Сергеевич, ну, который поэт, пол изменил. Добрый вечер, сударыня. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Сергеевич? Он самый, сударыня, он самый. В смысле, она самая. А, Александр Сергеевич, голубчик, а зачем же вы того самого? Ну, вот этого, которого... А, ну, в смысле, это пол изменил? Да. Да, понимаете, тут такое дело... Меня ж Дантес на дуэль вызвал, вот. А вы же знаете, он лучший стрелок Петербурга. Вот я и таким образом видоизменился. Ну, не будет же он женщиной стреляться, правильно? Ну, да, да. Вот, я что, вы правы. Мое почтение. Мое почтение. Милые дамы, вы не видели господина Пушкина? Нет, не видели. Господин Дантес, не видели. Господин Дантес. Не с ним стреляться, он прячется от меня, как... Кажись, он... Нет, вы только сейчас вот не подумайте, что я прячусь, что вот... Просто мне сейчас вообще не до дуэли. Да, у меня нет времени просто на дуэли. Мне надо Евгения Онегина вторую часть дописывать, понимаете? Вот.